Дмитрий Владимирович Камбаров, главный тренер команды «Спартак-2». Дмитрий Владимирович, с победой. И, пожалуйста, ваш послематчевый комментарий. Ну, по игре что сказать? Ребятами доволен. Ну, ту установку с учетом непривычного для нас поля ребята выполнили. Понятно, что были где-то ошибки. Вот, но по структуре игры, по индивидуальным каким-то подсказам все выполнили. Молодцы. Поздравляю с победой всех. Дмитрий Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, первый забитый мяч с точки зрения главного тренера. Все-таки футболист достаточно долгое время восстанавливался. Ну, мы Гурлева восстанавливали, мы подводили его долго. Вот, и, конечно же, переживали, чтобы не было никаких рецидивов. Поэтому он начал появляться на поле только к концу сезона. Вот, мы старались, чтобы он набрал форму, мышечную массу там. Вот, чтобы не было травмы. Ну а если по динамике гола вы спрашиваете, то хорошее открывание, хорошая передача. Гурлев сыграл на опережении. Вот, и самое главное, не выключился из момента, потому что он не с первого касания забил, а не выключился и пошел на добивание, забил. Молодец. Сезон закончил. Как его в целом, в двух словах, можно оценить для вашей команды? Ну, во-первых, когда сезон закончили, будем подводить итоги. Вот, второе место, конечно же, для нас, тренеров, спортсменов, оно немного, не немного, а не то, конечно, на котором мы хотели бы оказаться. Но, опять же, будем анализировать сезон, где-то ошибались, где-то оступились, чтобы таких больше моментов не было. Будем над этим работать. Вот. Отдельное спасибо, конечно же, клубу, футболистам, работникам клуба, все, кто причастны к этому результату, поблагодарить. И, как всегда, конечно же, отдельное спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона на любом выезде дома создавали такую атмосферу нам, гнали нас вперед и дали, давали понимание молодым нашим ребятам, которые в такой атмосфере первый раз играли. Давали понимание, за какой клуб они играют, за кого они играют. Вот, я думаю, что ребята, для них очень ценный был сезон с точки зрения опыта. Ну и 9 человек золотыми, золотой сезон пробили. Вот, тоже их отдельно поздравить. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.